Вокальный фестиваль «Волна успеха» открылся выступлением финалиста 9-го выпуска телепроекта «Голос» Кирилла Суслова. Но сегодня певец не только радует своими выступлениями, он еще и в жюри, что сразу задало высокую планку для всех участников фестиваля. И наши видновские таланты не подвели. Настолько талантливы, все настолько замечательные, все такие прекрасные, что я бы вот каждому отдал самый главный приз. Вот. Но приходится делать выбор, и это нам дается непросто, скажу честно. Десятки творческих коллективов, более 40 номеров в самых разных направлениях, от фолк-музыки до современной эстрады. Одаренные вокалисты соревновались в нескольких номинациях. Оригинальное исполнение, лучший костюмированный номер, яркий сценический образ. Одними из первых на сцену вышли воспитанники вокальной студии «Планета Kids». Недавно был День матери, и свою замечательную песню они посвятили любимым и дорогим мамам, чем, конечно, очень их растрогали. Очень красиво, очень ласково, очень приятно это поздравление. Очень хорошо, что есть такие песни, которыми можно поздравить мам. Очень люблю свою дочь, и она меня тоже. Дочка Ирины Ямаевой Настя только недавно начала петь, и это одно из первых ее выступлений. Сцена девочки пришлась по душе, и она загорелась большой мечтой. Чтобы я стала певицей, и чтобы меня знали на всей планете. Хочет стать звездой и 9-летняя Евгения Мазуренко. Уже больше 2 лет юная артистка занимается вокалом и упорно идет к своей цели. Сегодня она на сцене со знаменитым «Арлекино». Чуть-чуть было страшно, а просто мне оно очень нравится, и мне всегда нравятся веселые песни. Ну, как считаете, справились? Да. Завершился фестиваль аплодисментами и вручением дипломов, а лучшие исполнители примут участие в концерте у кинотеатра «Искра», который пройдет 4 декабря. Приходите. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.